ты никак на... Сама знаешь сколько. Все, он зашел. Сейчас будет подарок дарить в описании. Я, конечно, понимаю, что у твоей мамы палатка на рынке с колготками. Но мог бы хоть сами колготки подарить, а не носки. На твой день рождения тебе линейку подарю, окей? Apple Watch. Почему не работают? Да я на радиорынке их взял. Тебе все равно только для инста сфоткаться. Ну что, как тебе букет? Какой букет? Курьера даже никакого не было. Да какой курьер? Вконтакте 15 голосов отдал за букет. А это что? По графику платежей. Вау, ничего себе! Мармеладки? Прикольную упаковку я придумал. 4? Ну да, мне на 5 не хватило, а 3 совсем бедно смотрится. Смотри, классные. Нереальные. Полюбас маме понравится. Маме? А мне что тогда? А что тебе? Я тебе 1,5 штуки простил, которые ты на той неделе брала. Ты скотина! Забирай свои шмотки, проваливай. Что там опять делаешь? Ничего. Опять сидишь на колени подписываешься? Сидит он 2 года уже подписывается, хоть бы туалетной бумаги выиграл. Что это получается, мы выиграли что ли? Не мы, а я. Нет, мы семья, значит выиграли мы. И мы едем в Турцию. Наконец-то эта страница, эти паблики с лайфхаками хоть пригодятся. Давай с тобой, мы отдохнем. Газетку дай мне. Хотя не надо, я в твою рубашку заверну. А банки-то ты куда поперла? С тобой. А ты куда такую сумку-то большую взяла? У нас вещей-то столько нету. Да ты что не понимаешь, на обратный путь под полотенце-то под халаты тащить-то как? На себе что ли? Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой мы отдохнем. Ну как так можно было? Даже огурцы взяла, а паспорта забыла. Держи руку мою. Типы реакции на двойню. В смысле? У нас должна быть тройня, смотри лучше. Двойня, говорите? А что площадь сразу же увеличится вдвое, получается? А выплаты тоже будут в 2 раза больше? Или годы тоже в двойном размере? Материнский капитал, говорите, сколько в этом году? Сначала 2 садика, потом 2 школы, потом 2 шубы, потом 2 айфона, а потом 2 машины. Как 2? Я Вадика только на 1 уговорила. Может, рассосется, а? У меня будет двойня? Двойня. Окей. Не удивлены? А чем мне удивляться? У меня 9-й род уже. Мне плюс 1, минус 1, понимаешь? Слава богу. 1 ходка и 2 зайца сразу. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливый мы уйдем. Опять прыщ. Я 3 дня не выйду из дома. Ну почему я такая уродина? Что? Опять прыщик? Блин, да не беда. У меня красивая новая родина. Ну какая мне красная помада с такой улыбкой? Красная помада. Это прям мое. Ну что это за обвисшая гадость? Размер вроде не эсочка, но вот упругая. Вообще как не знаю какого. Прям вот кайфую. Ну как ты не понимаешь? Я поправилась на 300 грамм. Я не могу пойти с ним на свидание. Я себя уже ненавижу. Да мне послезавтра на свидание. Но я после отпуска привезла 4 кг. Да конечно пойду. 2 дня без соли, без ужинов, и я опять красотка. Блин, как хочется выставить фотку в Инстаграм. Но я не могу, я как будто свою жирную шею в 3 платка замотала. Блин, какая классная фотка для Инстаграма. Ну чё, что жопа свисает? Зато я здесь такая счастливая. Ну что за жирные толстые колотушки? Всегда знала, что его покорили мои танцевальные игры. Зря я купила эту кофту, у меня в ней такие бока. Не зря все-таки я купила эту кофту. Мне в ней такое шикарное декольте. Мама-могу. Вонючие ногти, я не успеваю делать коррекцию, хоть посуду, блин, не мой. Ты вообще будешь собираться сегодня, нет, куда-нибудь? Куда я должна собираться? В смысле, куда? Сегодня вечеринка у Сереги, ничего? Какая еще вечеринка? Ну, вечер встреч выпускников, вот это вот все дело. Лишний повод нажраться. Да пошли, че там одна буду сидеть? Лучше дома посидим, спа для бедных поделаем. Да пойдем, повеселимся хоть немножко. Да как охота собираться, да и башка грязная. Но даже если я пойду, я голову даже мыть не буду. Хвостик сделаю. Дызиком побрызгать, это максимум. Ладно, только пойдем, пожалуйста, ладно? Кстати, это, я забыла сказать, там же Лёшка будет еще. Какой Лёшка? Ну, бывший твой. Чё смотришь, платье давай мне? You sexy motherfucker. Худеть на 10 килограмм в неделю без вреда для здоровья. Слушай, а может мне тоже на диету сесть, а? Садись. Ну только, знаешь, я не хочу одна. Мне нужна подвеска. Хочу, чтобы... Садись со мной, слушай, а?
У тебя тоже живот надо убрать. Давай. Давай прям сегодня. Да, с вечера. Давай прям с вечера. Давай. Слушай, я чувствую себя вообще легко. Просто в животе все хорошо и спокойно. Чувство легкости вообще нереальное. Можно, пожалуйста, заказать пиццу? Ранее делали у нас заказ? Нет. Откуда узнали о нас? На столбе номер был. Заказ будет с этого номера телефона? Да. Телефончик заканчивается на 7788? Да. 7568777788? Да. Диаметр пицца 30 или 40 сантиметров? 30. Пицца тонкая, толстая? Тонкая. Дополнительно что-то желаете? Нет. Сыр, помидорка, красный перчик? Нет. Пирожок с вишней будете? Нет. 10 рублей пожертвуете на маникюр повара? Да. И напитков что-то желаете? Можно воду. С газом или без газа? Давайте без газа. Осталось только с газами. Давайте с газом. Доставочка на какое время? 15:30. 15:45. 16:20. 17:45. На 15:30 устроит? Да. Скидочная карта есть наша? Нет. А получить желаете? Фамилия, имя, год рождения. Не просто пиццу. Курьера Сережу или Валеру? А разница? Никакой. Пирожок с вишней будете? Нет. Закажите еще на 15 рублей, мы упакуем вашу пиццу в коробку. Что нужно купить у вас на 15 рублей? Пирожок с вишней. Давайте пирожок. Один или два? Один. У нас просто акция. Два берете, дайте в подарок. Давайте два. Заказ принят, ожидайте. Попу пруги гадить. Вам здравствуйте. Я вот у вас купил абонемент. Когда приходить-то можно будет уже. А вам тренера назначили? Какой тренер еще? Какой тренер? Мне никакой тренер не нужен. Как тренера не надо? А техника безопасности, тренировки. Я и так все сама знаю. Приседания, моседания, становые ваши шняги я тоже все знаю. План питания. По питанию я сама разберу. Хорошо. Распишите, что в случае чего претензий к нам не имеете. Да какие проблемы, хоть что подпишем. Мы рады вас видеть в любое время. 2 days later. Там это мне, можете заморозить абонемент-то мой? Да, а в чем причина? А это же вы на днях руку сломали, да? Тренажеры у вас такие корявые. Исключено. Их проверяет инженер. Но это, тренера-то, кстати, что, посмотри мне какого-нибудь. Все-таки решили. Без тренера? Да просто мне скучно заниматься одной. Я передам тренеру Алине ваши контакты. Поговорила сама, 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 сама. Ну кто вот это опять у нас? Миссис Россия. О, жопа красивая, морда тоже. Еще вот в этом почти 1 000 000 подписчиков. Вот что вы там такого необычного, я не понимаю. Вот я вот, извините меня, 3 пива за 4 минуты выпиваю. Вот где хоть один такой аккаунт? Да это что, достижение что ли? И мицевиз, ой, вице-миссис Россия тоже я могу легко стать, понятно? Ну посмотришь сам. Как думаешь, жопа уже орех? Мне кажется, уже орех. Сейчас, погоди, я в приемную позвоню. Алло, на кастинг записывайте. Роксана звать меня. Ваш рост? 165. Ваш вес? 165. Тоже 165? Да, вес тоже 165. В таком случае вам нельзя быть участницей. Фу, блин. Кстати, ну а хейтером-то мне быть можно. Ненавижу, ненавижу я себя, потому что знают все мои друзья. Кто там? Да Люка, племянница твоя пришла. 3 года не придет, ни ответа. Опять, видимо, мимо пробегала, спасать захотела. Да блин, вообще я стою в очереди на почте, получаю посылку. У меня как схватит живот, я побежала. Вот успела получить-то? Я покажу. Смотри. Вот я даже не представляю, сколько вот эти 2 лямочки стоят. Я вот такой лифчик сошлю в 2 счета. Да вряд ли вообще там, ты что, это же белье. Тут что делать-то, тут шить-то нечего. Делать хотел разум. Получил козу. Ну что, сшила? Дай фотку скорее посмотреть. Да сшила, почти вот дошиваю. Вместо хвоста нога. Что, ты боишься чего-то? Ты переписываешь? Вот что принесли, не знаю. Ну я же говорила, что все получится, если руки из того места растут. She can't tell the difference.